Кто зрители в вашем тяжелая театре работа. В основном? Кто ходит? Мы начали репетиции, потом театр загорелся, сгорела крыша прямо над сценой. Угу. Уцелела роскошная люстра царских времен. Ведь наш театр находился в помещении, которое был Зимний Эрмитаж, знаменитый ресторан, в котором собирался весь свет царской России. Там пел Шаляпин, там просто, ну, там просто каждый сантиметр — это историческое место. Ну, деревянно, естественно. Сейчас мэрия Москвы сказала, что, конечно, здание будет реставрироваться, но поскольку оно очень старинное, на это уйдет много времени, много денег. Нам пока нашли помещение, бывший дворец культуры Серафимович, на Тишинке. Это даже побольше немножко зал. Его быстро покрасили, отремонтировали, привезли нашу люстру, оставшуюся целиком. И вот, понимаете, получилась такая странная вещь. Все люди, которые жили вот в районе там, Чистых прудов, в районе Неглинки, Рождественки, они были наши основными зрителями. И, как говорят администраторы, то сначала покупались более дешевые билеты, как ни странно, хотя это самый центр Москвы. Сейчас мы живем среди абсолютно жилых домов. Вот там нет роскошных площадей, как на Неглинке. Одни жилые дома, но такая интеллигенция всегда жила. Улица Грузинская большая, малая, улица Зоологическая, там много сейчас новых домов понастроено. Приходят зрители, они вдруг, так, вау, у нас тут театр появился, потому что вот это здание все там увешали фотографиями, написано «Театр школы современной пьесы», им далеко не надо ходить. И у нас аншлаги, и в первую очередь раскупаются самые лучшие места. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».